Всем привет! Вот и подошла рабочая неделя к концу. Время узнать, какая погода нас ждет в предстоящий уикенд. В субботу синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью столбик термометра покажет плюс 19 градусов, днем плюс 24. В воскресенье весь день небо будет ясным, осадков не ожидается. Ночью столбик термометра покажет плюс 16 градусов, днем плюс 24. Блокнот «Воронеж» открыл раздел к 1 сентября. И если у вас есть, что предложить школьникам и их родителям, звоните, и мы расскажем об этом всем. Подробности в описании.